Был один экстримный концерт очень много-много лет назад в Одессе это было. Там во время репетиции землетрясения. То есть оперный театр весь затрещал, очень даже, но признаюсь, там они не остались тогда. Так, теперь веселая музыка, раз уж все в порядке. Россини, сивильский цирюльник. Там тоже, в общем, похоже на свадьбу Фигаро Моцарта. И поэтому такая веселая, с хитрецой. Помните Фигаро, он же, в общем, такой непростой мужчина. Разыгрывать любил и добивался своего, то ласками, то сказками. И вот такая овертюра с большим вступлением, и потом сплошное веселье, нарастание, потом опять вдруг резко субито пиано, как по-итальянски резко пиано, и потом опять нарастание, заканчивается бурным весельем. Россини, сивильский цирюльник, овертюра. Thank you.